Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также мои странички в Фейсбуке по продаже монет. Сегодня вашему вниманию представляются монетки, которые будут продаваться у меня в группе. Это монетки Швеция. Итак, у нас первая монетка, это у нас 5R, 1980 год. Так, где наш там фокус? 5R. Гурт у нас гладкий, материал у нас бронза. Здесь 1980 год. Такая вот монетка. Красивыми бензелями. Король Карл 16 Густав. Вот такая вот у нас монетка. Вот. Кто, кого интересует, может приобрести себе в коллекцию. Следующая наша стопочка. Это стопочка у нас монеточек. 10 эра, 1000, ну, разных годов. Сейчас представлю ваше внимание одну монетку из этой кучки. Это у нас 10 эра, такая вот небольшая монетка. Вот, Швеция, гурт гладкий. Здесь у нас такие вот вензели. Король Карл 16, Густав, 1980 год, так совпали монеточки. Вот, гурт гладкий, материал мидный никелевый сплав. Следующая наша монетка, это у нас 25R, 1981 год. Такая вот Швеция. Гурт гладкий, год 1981, король Карл 16, Густав. Мидный никелевый сплав, такая вот монетка. В неплохом состоянии, кому нужно в коллекции, кто хочет себе подборочку монет в Швейцарии, может в Швеции, может у меня их заказать. Следующая наша монетка, это у нас 50R, 1990 год. Вот, мидный никель сплав, гурт гладкий, здесь у нас вензели такие, король у нас, Карл 16, Густав. Такая вот монетка, кому нужно, закажите себе в коллекцию. Будет интересненько. Ссылочка в описании на группу. Так, следующая наша монетка. Это у нас опять 50R, но уже 2001 год. Материал монетки уже бронза. Гурт гладкий. 2001 год. Изображение три короны. Вот такая вот прекрасная, интересная монетка. Кому надо в коллекцию, может себе заказать. Так, следующая наша монетка. Это у нас уже 1 крона. 1982 год, Карл 16, Густав, Швеция, такая вот у нас монетка, гурт ребристый, здесь у нас изображено герб, три короны и корона сверху, 1КР, такая вот прекрасная монетка, кому интересно, можете себе заказать коллекцию, такая же самая монетка, но уже другого года, у нас 1 крона 1997 года, тоже Карл 16, Густав, вот ребристый, материал мидный никелевый сплав, такая вот монеточка. Так, ну, следующие у нас монетки уже более как на меня интересные, по своему стилю, по своему выполнению. Это у нас 1R, 1970 год, вот, их у меня три штучки, есть разные годов, есть 68-й, 66-й. Вот, будут выставлены у меня в группе такие вот интересные монетки, небольшие, с вдавленными такими вот под надписи вдавленными. Гурт у нас гладкий. Здесь корона. Густав 6-й Адольф. Такая вот прекрасная монетка. Кому интересно, можете себе заказать. У меня в группе. Следующая моя монетка. Это 2R 1900. Сейчас какой у нас там фокус 62 год. Тоже такого же самого манера. Интересная такая вот монетка. Материал шуташа этой бронза. Гурт гладкий. Густав 6. Адольф. Такая вот прекрасная монетка. Кому интересно, можете заказать себе в группу. У меня в группе, себе в коллекции. Такая вот монетка подубитая, конечно, немножко. Тоже 2R, 1969 год. Гурт гладкий. Ну, монетка уже такая с окислом. Я думаю, почистится, будет в прекрасном состоянии.
И можно будет положить себе ее в коллекцию. Следующая наша монетка. Это 5R, 1971 год. Есть некоторые такие забруднения, но они, вот видите, как красиво убираются. Просто монетки не чистили. Как мне попали, так они и лежат. 1971 год. Гурт кладки. Материал бронза. Густав VI Адольф. Такая прекрасная монетка. Следующая наша монетка. Уже Швейцария. 5R. 1972. И такая вот в блестящем виде. И 73. Вот их таких выпускалось только в 72 и в 73 году. Только 2 года выпускалось монетки. Обе они у меня есть. Кому интересно, можете себе заказать коллекцию для полной. Вот. Материал бронза, гурт гладкий. Ой, король Густав VI Адольф. Так, следующая стопочка монеточек. Это у нас 10R, 1900 какой-то у нас. У меня тут разные года. Представлю на одной монетке. Вот 10R, 1966 год. А Густав VI Адольф. Вот их вензели. Вот. Обеговая монетка с обехода. Материал медный, никелевый сплав. Следующие наши монетки. Стопочка таких вот, 3 монетки. Покажу сейчас на одной. Года тоже там разные. Вот это у нас 25R, 1971 год. Медный никелевый сплав. Гурт гладкий. Густав Адольф Густав VI. Такая вот монеточка. Прекрасная. Кому надо в коллекцию, ты можешь заказать. Следующая наша монетка. Это у нас 50R, 1600. Сейчас посмотрим, какой. У меня их здесь 2 штучки. Вот. Обе в неплохом состоянии. Гурт у нас гладкий. 1962 год. Вот. Медный никелевый сплав. Правитель по вензелям видно. Густав VI Адольф. Итак, следующая наша монетка. Это у нас уже 1 крона. 1973 год. Вот сверху написано. Такая вот прекрасная монетка. В прекрасном состоянии. Герб. Видно все атрибутику. Так, гурт у нас ребристый. Здесь вот Густав VI Адольф. 1 крона. Такая прекрасная монетка. Вот мидно никелевым покрытием. Итак, предпоследняя наша монетка на сегодня. Это 1R, уже более старших таких годов. 1948 год. Вот. Густав V. Материал зализа, сталь обычная. 1948 год. С таким вот вензелями. Это монетка. Следующая наша монетка, это последняя на сегодня. Это 2R 1948 года. Тоже монетка со стали, зализная, зализо. Вот. Металлическая монетка. Гурт гладкий. Тоже Густав V. 1948 год. Вот такие вот у нас сегодня представлены вашему вниманию монетки. На этом видео будем заканчивать. Ссылочка в описании. Все монетки будут выставлены в группе. Можете себе заказать спокойно в коллекцию. Будет, я думаю, хорошим пополнением в вашу коллекцию. Не забываем поставить лайки, подписаться, написать какие-то комментарии, что исправить, что не так, что так. Всем спасибо за внимание. Всем пока.